Всех категорически приветствую. И у нас уже получается 51 эпизод. Это уже второй выпуск 4 сезона из цикла распаковок и обзоров мини-фигурок Лего. Короче, всех категорически приветствую. Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики. С вами на связи, как всегда, говорящий голос этого канала Life Robot. И мы продолжаем цикл распаковок и обзоров на мини-фигурки Лего. И у нас уже на очереди получается четвертый сезон. И сегодня в этом выпуске будет Лего Ниндзяго. Вот такой вот у меня имеется пакетик с мини-фигуркой Лего Ниндзяго. Это у нас, так сказать, Limited Edition и мини-фигурка Кирен. Вот такой вот пакетик. Лего Ниндзяго 5+. Вот так вот выглядит пакетик спереди. Да, как вы видите. И вот так вот сзади. Сзади у нас имеется разная информация, в том числе и на русском языке. Риск удушения. Мелкие детали. Ограничение 0,3. Также у нас здесь на русском языке указано, где производится, а импортер даже. И в комплекте у нас идет карта. 1:1 масштаб Lego Group 2016 год. Как раз поздравляю всех с Новым годом и всех с наступающим новым 2017 годом. А это у нас, так сказать, заключительный, финальный, так сказать, выпуск в уходящем 2016 году, так как сегодня у нас 31 декабря 2016 года. И вот такой вот у нас сегодня пакетик. Достал я этот пакетик. Давайте непосредственно приступим к распаковке. Откроем этот пакетик и высыпем все детали. Все детали высыпем. Так, что у нас тут в комплекте идет? Высыпаем все детали. Так. Так, во, сколько много деталей высыпалось. Да. Вот все. Пакетик пустой. Отложим пока вот сюда вот в сторону этот пакетик. И давайте-ка непосредственно приступим к сборке самой Лего мини-фигурки. Итак, имеются вот такие вот ноги у нас, как вы видите. Вот такие вот ноги. Все добротно сделано. Посмотрите, как качественно. Вот такие вот ноги. Да, вот такие вот ноги. Вот давайте-ка теперь... Так, туловище поставим. Это у нас Кирен. Такой вот девушка-пират. Так, здесь у нас два выражения лица. Вот, как вы видите, такие вот губки пиратские. И такой вот злые глаза и зубы такие вот. Давайте-ка добрый поставим. Вот, и оденем теперь шевелюру. Вот такая вот у нас уже преобразилась Кирен. Да, такая вот интересная Лего мини-фигурка, как вы видите. Вот, посмотрите поближе. Вот такая вот у нас Лего мини-фигурка Кирен. Лего Ниндзяго. Вот так вот выглядит. Так, давайте-ка дальше собирать. Итак, так, в комплекте у нас что тут идет еще? Так, вот такая вот деталь. И это у нас, скорее всего, меч, да? Меч вот так вот ставим. Раз, такой вот кинжал, не знаю, да, скорее всего, это кинжал. И в другую руку тоже кинжал вставляем. Так, и вот так вот. Вот такой вот у нас уже два кинжала. Можно так сказать, опасный Кирен у нас. Это... Лего Ниндзяго. Так, вот здесь у нас также имеется на форме у нас такой пиратский атрибутика, такая вот пиратская. Вот так вот спереди выглядит и вот так вот сзади. Да, все интересно, добротно сделано. Так, дальше у нас еще в комплекте вот так вот артефакт присутствует и карта. Так, пакетик у нас уже упал. Так, пускай вот так лежит. И вот такая вот карта. Карта сокровищ.
Да, смотрите поближе. Вот такая вот карта сокровищ. Вот как видно. И вот такая вот Лего мини-фигурка у нас сегодня была в эпизоде, в 51-м эпизоде. 51-й эпизод у нас уже, так сказать. Да, сколько же много эпизодов я отснял. 51 эпизод. Вот такой вот пакетик сегодня был. Так что, кому понравилось, не забывайте оценивать это видео, желательно лайком. Да, лайком, кому не сложно. Лайк. Также оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на канал и нажимайте на кнопочку «Поделиться». Всех с наступающим Новым годом. И сегодня у нас 31 декабря 2016 года. И 51 эпизод объявляя закрытым. Это у нас был 4 сезон. Второй выпуск из 4 сезона. Так что давайте-ка еще посмотрим поближе эту Лего мини-фигурку. А я на этом с вами прощаюсь. Всем хороших праздников, хорошо отметить Новый год. Всех с наступающим Новым годом. И все на этом. До скорых встреч. Встретимся уже с вами в другом году. Да. Все. Пока. Пока. Скоро увидимся. Наверное.